Доброе утро. Будем уменьшать черешню в объеме. Лучше делать это летом. Надо было еще чуть пораньше. Когда мы урожай убираем, после уборки урожая сразу делаем обрезочку. Поэтому не стесняйтесь, не бойтесь обрезать черешню летом после урожая. Но мы, если это делаем, это можно два сезона сделать, и один сезон даем черешне отдохнуть в летний период. Но после этого у нас, во-первых, меньше будет, кстати, болеть о птичках. Вот, сейчас я ее обрежу, и увидите, в каком она варианте будет. Да, кстати, черешня весной резалась, а внутри она осветлилась. Но сильно я весной ее не резал. Вот, сейчас основная обрезка будет делаться сейчас. Ну, ждем результатика. Удачки, пока!